Мы на месте. Мы приветствуем Гатиса, интересуемся, готов ли он к диагностике и чистке, доверит ли он нам свое биополе на период сеанса. Доверит. Визуально что-то мешает, посмотри. Голограмма стоит. Хорошо. Сканер, отключи эту голограмму сейчас. Подсвечивай голограмму, подсвечивай все сопутствующие чипы, датчики, импланты и конвекторы, связанные с этой голограммой. Сканер все отключает, выводит, и как выйдет, все отправляет в клетку-тюрьму. Она в полный рост, и там много его энергии. В смысле, как картинки, куда он тратит энергию, переживания. Сейчас найдем ответственного за это. Она в клетке. Больше ничего не мешает? Визуально? Визуально нет. Даю команду, значит, три сканера сканирует пространство над головой Гатиса под ногами, 360 градусов вокруг него. Сканер сканирует все семь тонких тел Гатиса, находит все. У него гуманоид вышел к этой голограмме. Хорошо. Хамелеон. Хамелеон. Инсектоид и джин. Все. Вот. Вот этого я и искал. Последнего. Джина. Какой у нас джин? 52-85. 52-85. Джин, у тебя есть контракт на пребывание в этом биополе? Контракта нет. Выполняю желания. Ну, я не знаю, какие ты желания выполняешь. Скорее всего, свои желания выполняешь, так как человеку достается очень тяжело его хлеб ежедневный, на котором ты зарабатываешь свои монеты. И вот я сейчас думаю вслух, а не забрать ли у тебя взамен за это все твою челму, сосуд с золотыми монетами, все твои артефакты, все кольца, магические причиндалы. Я считаю, это равнозначный обмен. Как ты считаешь, Джин? Он тебя сканирует. Да? Ну, давай, расскажи мне. Считает. Он хочет ответить твоими словами, а кому сейчас легко. Работ мало, а у него она есть. И это его желание. Джин, а кому сейчас легко, это шутка. Если ты не понимаешь, что такое шутка, ты можешь отвечать моими словами. А кому сейчас легко, подходит к любой ситуации в жизни. К хорошей или плохой. Итак, Джин, сколько ты присутствуешь в этом биополе? 3 года. В квартире ты есть? Да. Понятно. Инсектоид, сколько ты присутствуешь в биополе? 8 месяцев. Сколько у тебя инкубаторов? Первые запускают. Хорошо. Хамелеон, сколько ты присутствуешь в биополе? 4 года. И гуманоид. Откуда у нас гуманоид? Орион. Орион. Сколько ты находишься в этом биополе, гуманоид? 3,5 года. 3,7. 3,7. 3 года, 7 месяцев. Понятно. Сканер, дай мне полноту души Гатиса на настоящий момент. 94. 6% у тебя, гуманоид, в голограмме. Показывает. Даю команду тонкой копии Гатиса спроецировать все энергетические и сферические каналы ко всем ответственным подселенцам, ответственным за чужеродную энергию всех болезней. Все, что он мог получить от них, возвращается назад. Усилие потоки в 50 раз. Контрактов у гуманоида нет с Гатисом. Нет. Какая цель твоей подключки? Он опять на голограмму показывает, собирает он всю историю, его историю здесь. Собирать можно много чего. Ты собирал, ты отщипывал частички души, отщипывал. В голограмме. Ну, я и спрашиваю, какая цель твоей подключки? Отщепление биоматериала и души? Создание. Создание копии его на продажу? Да. Понимаешь, гуманоид, ты не первый с Ориона, с кем мы встречаемся. Ждем окончания реверса. Готово. Установили фильтры с золотой сеточкой на все каналы. В порядке реверса Гати забирает всю чистую, светлую, божественную энергию. Обратно пошла энергия божественная и чистая. 1, 2, 3. Все, что у него похитили, все, что у него изъяли, до последней капли возвращает Гати себе обратно. Он хозяин своих энергий, возвращает все свое себе обратно. Усилие потоки в 50 раз. Посмотри, что возвращается. Из голограммы возвращается его как свет. Свет как души. История идет слово. Расскажи мне за эту историю, гуманоид, что там конкретно воровал? Я встречался с экземплярами, которые воспоминания воровали, а ты что воровал? Разную память. И что это значит? Ты копировал ее или ты ее просто воровал, то что не мог ни о чем вспомнить? Копировал воспоминания с самого детства, чтобы копия никогда не поняла, что она копия, потому что в ней есть душа. Ты находился всего 3 года и 7 месяцев. Да, как копия еще не создана, пока собирается материал. Угу, понятно. Реверс закончился. Сканер, дай мне полноту души на настоящий момент. 100%. Идем дальше. Начинаем с вытаскивания того, что осталось. Джин, выходить тебе не надо. Собирай всю свою пыль, все свои подключки. Втягивай в себя, ничего не забывай. Докладывай о готовности к проверке. Проверка будет проведена сканером. Несколько миллионов герц. Если вы что-то оставите или забудете, можете сгореть. Приступай. У гуманоида нет подключек в доме? У гуманоида нет.
Джин с него как спираль, такую воронку раскручивает. Как работала эта спираль? Какая цель этой подключки, Джин? Делать, делать, делать. Ты гонял его на работу, да? Работать надо. Ну да. Он все снял. Идем дальше. Инсектоид, выходи, вытаскивай свой инкубатор. Крепление, отключайся полностью, возвращайся назад, приступай. Готов. Хамелеон, выходи, вытаскивай свое гнездо. Где ты сидел? В сердечной чакре? Да, он его опустошал. Эмоционально? Да. Хорошо, выходи, вытаскивай все. Вот причина эмоционального опустошения. Гатис, безысходность. Вот этот маленький хамелеон. И он 4 года сидел. То есть он его делал без цветов, то есть пустым, внутренне пустым. Ничего не чувствуешь. А хамелеон не хочет все свои цвета потерять сейчас за один раз и остаться серым? Хамелеон, могу устроить. Он и так уже отдал ему цвета при реверсе. Он все вытащил. Если бы я не забрал, ты бы не отдал. И гуманоид, посмотри на твоей чистоте, что-то осталось невытащенным. Да, есть. Подсвечивается в биополе. Сканер, видишь его? Эту подключку. Просканируй ее, ты знаешь полностью. Теперь с этого момента будешь находить. Но это как небольшие чипы. Выводи все чипы, отключай их, выводи их, они зависают перед ним. Есть. Отправляй чипы в клетку-тюрьму. Даю команду на рассинхронизацию Гатиса с гуманоидом, его голограммой, хамелеоном, инсектоидом, джином. Пошла рассинхронизация до 100%, заканчивается автоматически. Готово. Даю команду сканеру на контрольную проверку. Пошла проверка. Чисто. Помогаю моей энергии Гатису отстегнуть все каналы. На счет 3, 1, 2, 3, удар. Отлетает каналы, открывая воронку в галактическое ядро. Канал улетает на переработку в чистую первичную энергию. Закрывая, печатаю, растворяю. Готово. Хорошо. Хамелеон, инсектоид, вы больше никогда не придете в это биополе. Вам это понятно? Понятно. Открывается наверху два портала. Один на чистоте хамелеона, один на чистоте инсектоида. Хамелеон забирает, что принес, уходит на свою чистоту. Инсектоид забирает, что принес, уходит на свою чистоту. Закрывая, печатая, растворяя оба портала. Готово. Джин, я отправляю тебя сейчас в квартиру. Собирай все, что ты там раскидал, всю свою пыль, подключки и так далее. Я прихожу, проверяю, отпускаю тебя в первый раз на твою чистоту. Все понятно? Понятно. Открывается портал в квартиру. 1, 2, 3, где живет Гатис. И Джин идет в этот портал. Закрывая, печатаю, растворяю. Готово. Я прошу Ли выйти со мной на связь. Ли на связи. Ли, у меня здесь гуманоид Цариона, 3 года 7 месяцев сидел, голограмма была, 6% души мы забрали из голограммы, и все, вот он стоит здесь. Собираем. Дел. Хорошо. Голограмму уничтожить. Под голограммой открываю воронку в галактическое ядро, она уходит на переработку. Закрываю, печатаю, растворяй. Готово. Клетка пустая? Да. Поехали дальше. Хорошо, Гатис, мы закончили вашу чистку. Как вы себя чувствуете? Не могу объяснить, как. Много любви внутри меня, гармонии и счастья. Отлично. Сейчас мы возвращаем вас назад в вашу систему биоробот-душа и сразу перейдем к чистке вашей квартиры.